Всем привет! Сегодня мы приехали в театр. Нам подарили билеты на работе. Снимать, к сожалению, в нем нельзя. Далее мы поедем на выставку тканей по трикотажу. Не переключайтесь, будет интересно. Мы продолжаем наш увлекательный день. После вкусного обеда мы едем на красивую съемку нашего объекта. Сейчас вам покажем готовый результат. Кто еще не подписан на наш рабочий канал, подписывайтесь, всем будем рады. Не переключайтесь, будет интересно и очень красиво. Добрый день, вы на канале компании Като и Гладпро. Сегодня у нас завершающий монтаж красивых штор в загородном доме. Проект вела дизайнер Евгения. Если вы еще не подписаны на наш YouTube канал или Яндекс.Дзен, подписывайтесь, у нас много классных роликов. Развес данного проекта уже был произведен ранее дизайнером Евгенией. Сегодня мы довезли шторы в гостевую комнату. В этом видео хотим вам показать, какие шторы подходят для загородного дома. В данной спальне мы выбрали изысканный итальянский бархат для штор, дополненный деталями на полотнах в виде дотачки из контрастного синего бархата. Этот выбор идеально сочетается с покрывалом и создает гармонию с остальной мебелью в комнате. Далее мы переходим в детскую спальню мальчика. Здесь мы использовали ткань люксовый 100% blackout. Также
с дотачкой и на подхватах, но на одном окне сделали шторы короче, до столешни, так как это рабочее пространство для ребенка, предназначенное для уроков. По такой же аналогии замены цвета бархата дизайнер Евгения подобрала шторы в детскую комнату девочки. В рамках данного проекта особое внимание было уделено декору. Лестничный пролет был оформлен шикарным европейским бархатом, который добавил изысканности всему пространству. Бархат был подхвачен на элегантном подхвате, добавляя завершенности композиции. Основное направление дизайна в текстиле было выбрано Евгенией, опытным дизайнером с изысканным вкусом. Каждый элемент текстиля был тщательно продуман, чтобы создать гармоничную картину интерьера. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Он посвящен дизайну штор на заказ и тому, как можно невероятно украсить интерьер текстилем. У нас очень много красивых видео наших работ. Переходите, смотрите и комментируйте. Мы благодарны каждому нашему клиенту за доверие в оформлении ваших окон. Мы создаем красивые шторы для красивых интерьеров. Звоните прямо сейчас, и они станут вашими. Переходим в ключевую зону дома – гостиную. В этом пространстве дизайнер Евгения проявила настоящий профессионализм, сочетав оттенки бархата и задрапировав их в изысканную композицию. Евгения также великолепно связала дизайн осветительных приборов, таких как декоративные бра и люстры, с нашим текстилем, достигая идеально гармоничного баланса. Подхваты для штор, выполненные из бархата, приклеены к бандо с липучками с обеих сторон, что делает процесс снятия и стирки штор невероятно удобным. В целом дизайн штор всего дома представляет совершенным и безупречным. В гостевой комнате шторы из материала клиента. После того, как материал был доставлен к нам, наши опытные мастера в цеху приступили к его пошиву. А сегодня, чтобы убедиться в идеальном результате, наш дизайнер Надежда лично приехала на объект. Она не только качественно повесила шторы, но и тщательно отпарила их, чтобы обеспечить безупречный вид. Переходите на наш сайт, смотрите портфолио, подписывайтесь на наш канал на YouTube и Яндекс.Дзене. Там вы можете посмотреть наши работы, качество выполнения или заказать шторы для себя. Наши дизайнеры работают на выезд по Москве и всей Московской области. А если вы проживаете в других городах России, вы можете заказать у нас готовые комплекты штор. Ссылка будет в описании. Сейчас мы перекусим и поедем домой. Завтра у нас насыщенный день и очень много работы. Подписывайтесь к нам на канал, кто не подписан, всем будем рады. Кстати, напишите в комментариях, где в Москве можно вкусно покушать и где вы сами ходите.